В Вольнянске по улице Чернышевского горело кафе. В одном здании площадью 800 квадратных метров здесь находятся кафе, продуктовые и хозяйственные магазины, бильярдная и склад. Кафе на момент возгорания не работало, и людей в нем не было. Поэтому пожар обнаружили уже тогда, когда пламя вырвалось на крышу. На момент прибытия первого подразделения ГСЧС огнем были охвачены 350 квадратных метров. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. Спустя полтора часа огонь был ликвидирован.